Стеллой Турбок 2 перед выходом на полигон с территории войсковой части 47-280. За спиной КПП 2 этого подразделения, этой части. Или же КПП перед выходом на полигон. Вот дорога пошла на полигон. Такие же устройства бетонные для пропуска воды. Там дальше есть с той стороны. Также дорога туда идет. Да, на полигон мы не идем. Мы с этого места проедем на выход из войсковой части КПП основному. Погода, как видите, замечательная, солнечная. Время не 11 часов. Градусов 12 сейчас. Это ветроэлектрогенераторы. Вот один из них виден. Это на территории соседей. Восковая часть 75-244. Там же уже техпарк. Войсковой части 47-280. Вот так было КПП по дорожке прямо. Мы против солнца будем сегодня делать съемку. Можно было и с той стороны, но ветерок, он будет нам мешать. Надеюсь, получится что-либо у нас. Также надеюсь, что будет слышно щебетание птиц или пение птиц. Вот было КПП здесь, здание КПП. Тут забор, но он рухнул. Ну, помогли ему рухнуть. Вот видно, что сетка придавлена. Здесь уже ограждение делают. Вот мы оттуда пришли. Там находится эта стела, вон она просматривается. Если мы развернемся, вот дорога. Это на выход из территории войсковой части. С правой стороны здания санчасти. Вот оно, это здание. Ну, слева ничего нет, как и не было ранее. А дальше туда, там уже расположение. Тоже соседи, войсковая часть 60-413. Там был техпарк ее, этой части, много чего было, ничего нет. Предисловие большое. Мы на велосипеде, как уже я говорил, или же поняли мы. И мы начинаем движение. Десятое апреля. У нас неоднократно мы делали подобное видео. Но пока возможность есть, мы сделаем еще. Надеюсь, лишним не будет. Это часто я говорю слово «надеюсь», уже, наверное, 3-4 раза сказал. Вот какая зелень уже здесь. Вовсю. Это здание санчасти. Мы недавно были в этом здании, во всех помещениях. Дорожка накатывает, охрана.
Вот именно здесь снята брусчатка, камень на дороге, чтобы был. А дальше он сохранен. Вот здание санчасти. Эти кустарники, конечно, не скрывали здание, как сейчас. Вот тут уже началось опять мостовая булыжная. Вот видно. Мы, наверное, с вами съездим к бассейну. Не хочу птичек перебивать. К плавательному бассейну. Вот огорожено. Вот такая ограда символическая. Подъедем, да. Он будет справа от нас. Вот дорога пошла направо, это к бассейну. К бассейну, стадиону, чуть левее, летний клуб. Это молодые деревца повырастали, их, видимо, не было здесь в то время. Уже далекая. Мы бы уже видели вышку для прыжков в воду. Вот какая живность тут. Вот бегает жаба или лягушка. Не видно? Беспокоить мы не будем. Мы посмотрим. Вот она притаилась. Они охраняются здесь. Территория заповедник. В том числе и для этих земноводных. Не будем дальше мы ехать. Пройдем. Потому что тут уже немножко осталось до бассейна. А дальше там уже сразу будет футбольное поле. За футбольным полем техпарк. Ну, понятно, что уже ни футбольного поля, ни техпарка уже нет. Вот бассейн. Плавательный. Шикарный был бассейн. Это теперь вот что осталось. Оставили, видимо, для животных, чтобы был водоем, где можно было попить. Вода не уходит с него. Зарыблен водоем, рыбки там плавают, встречали мы. Подойти поближе. Против солнца не будет видно. Здесь самое глубокое место. Мы тут встречали их. Частенько. Вот так прямо и левее был летний кинотеатр. Рыбок мы не увидали, но не очень-то и хотелось. Раз не увидали. Вот полевые цветы. Подойдем к ним и продолжим движение. Вот, нечто ромашек.
мы приехали вот по этой дорожке. Туда же будем выезжать. В сторону КПП, основного КПП. Вот такие колючки. Разворачиваемся. Можно было по футбольному полю походить. Обычное поле, даже не поле, а участок, поросший лесом. Не пойдем мы туда. Здесь бы выйти. А, наверное, мы уже и вышли. Продолжим движение на велосипеде. Эти вот кочки неудобья всякого рода. Это свиньи тут сделали. Хорошо себя чувствуют. Ну, им питаться же надо чем-то. И здесь они в безопасности, в полной безопасности. Никаких врагов у них тут нет, ну, кроме как человека. Но опять же, их отстрел ведется на подступах к населенным пунктам, чтобы все-таки не забывались. Мы оттуда начали наше движение. Посмотрели плавательный бассейн. И вдоль ряда казарм продолжаем. Да, чтобы эти дикие животные знали свое место в глубине полигона, в глубине лесов отстрел не ведется. А приходят поближе к населенному пункту или к дорогам. Тогда принимаются меры, чтобы не ходили. Вот здесь и был, там в глубине, летний кинотеатр. Что-то я успеваю еще сзади повернуться, посмотреть. Здесь что-то птички притихли. Нет, это я плохо слышу. С правой стороны уже здание клуба, извините, здание штаба. До последнего времени здесь находился штаб войсковой части 47-280. Столовая. Здание столовой. Я собираюсь выехать сейчас после съемки этой территории на полигон. Поскольку в связи с этим коронавирусом есть некоторые ограничения по передвижению. Это здание казармы. Подразделение саперов и связистов. Ну а дальше будет клуб. Здание клуба. Вот оно. А прямо и направо там будет уже казарма ремроты и других подразделений. Там здание. Мы недавно были у этого здания. Посмотрели подвальные помещения. И в тот же день мы были в подвальных помещениях казармы саперов. Клуб. Это столовая войсковой части
Артполка 60-413, войсковая часть. Здание общежития справа. Вот двухэтажное. Клуб мы проезжаем. Вот он, клуб. Я уже не упоминаю, что мы везде были с вами. Фото и видео у нас есть. Всех помещений. Всех этих зданий. Здание малого штаба под одной крышей. Там же столовая офицерского состава. Очень неплохая баня, на мой взгляд, здесь была внутри. А, извините, в подвальном помещении. Ну, здесь небольшой пятачок. Вот вернемся здесь. Там уже были объекты поисковой части 60-413. Вот мы что здесь посмотрели, увидели. Это столовая офицерского состава. Склады. Другие службы размещались слева. Второй ряд, который там был, не существует. Его снесли, эти здания. Вот центральный вход. Проехали. И вот прямо КПП. Здание, в котором размещалась библиотека до последнего времени, а ранее был штаб войсковой части 47-280. Вот здесь, с этой стороны, был постамент с танком. В общем, тут был мемориальный комплекс. Так можно сказать, нечто. Стены славы. Вот с левой стороны. У нас есть среди участников группы «Алтыслагерь» автор всего этого комплекса. Фамилию сейчас не скажу, к сожалению. Да, вот здесь все это было. Пока немножко еще видно, листва еще не распустилась полностью. Вот мы успели кое-что сделать, хорошую погоду, без листвы, без обильной. Здесь у нас выхода нет. С левой стороны был как раз этот вот фонтан или же декоративный бассейн. Вон там с левой стороны он находился. Дорожка, тут собак выгуливает. Сейчас не знаю, тут ходит, кто не ходит. Ранее ходили. Я тащу еще с собой велосипед. Подойдем поближе к КПП. Или к месту, где было КПП. У нас много фотографий всех этих мест, но фотографии не дают такую полную картину, как видео. Вот и видео сегодня мы сделали. Вот забор. Ну, забор такой. Можно сказать, декоративный. При желании, вот, видите, можно здесь перешагнуть. И вот мы могли бы уже быть у здания штаба. Вот оно. Ну, а левее будет КПП, к которому мы и шли. И вот эта центральная дорога, КПП мы шлеминуем. Вот тут справа был этот бассейн. Бассейн или же фонтан. Вот он. У нас есть на фотографиях. В первых фотографиях. Первых альбомов. Вот эта яма. Это и есть бассейн.
Ну вот и все. Посмотрели мы сегодня территорию войсковой части, размещение войсковой, размещение подразделений войсковой части 47-280. Алтыслагер. 10 апреля 2020 года. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. Выйдем к велосипеду и завершим видео. Шиповник еще прошлогодний, скоро уже этого года молодые будут плоды. Вот ветерок, слышно ветерок? Если бы мы ехали против ветра в ту сторону, был бы один шум. До свидания. То есть не один шум, а много.